полпятого утра. Мы на озере, где ловится. Есть, есть, есть. Есть, есть, есть. Я ему дал доесть, и он сел. И он сел. Смотрите, в каком состоянии резина. Просто вот, просто посмотрите. Оба клешни оторвали. Всем привет, ребят. Недавно буквально проснулись, час назад. Сейчас полпятого утра. Мы на секретном озере, где ловятся хорошие окуни. Ну, соответственно, есть щука. Я резины, ребят, кучу с собой взял. Поэтому вот начну с этого. Как бы это подойдет для окуня, да? Сейчас просто находимся на окуневой точке. Вот, и с этого будем начинать. Обычная джиг-головка, ребят, 10 грамм. Вот у товарища 12, у меня будет 10. 12-граммовых у меня нету, к сожалению, в арсенале. Вот, утро начинается с рыбалки. Комплект, ребят, сейф Оптимус до 15 грамм, до 14, вернее. На окуне самое то и бюджетная катушечка Роланс Фуэрза. Про нее рассказывал. Вот, в принципе, мой комплект на сегодня. Именно на эту рыбалку. Может, из-за дождя? Ну, ты понял. Вот она, есть. Ну, у тебя прям видно было поклевку. На кончик передался. У берега стоит? Вот такой опыт. Съел сотую резинку. На сотый размер, да? На точке, где до этого ловили 7 килограмм за 2 часа, клюнул всего лишь один окунь, и мы решили сместиться дальше. Ух ты! Я аж испугался. Это кто так? Зачем он выпрыгнул? Есть, есть, есть. Есть, есть, есть. Есть, есть, есть. Есть. На паузе, на паузе, на паузе, на паузе. На паузе. На паузе, бля. Оп, 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 оп. Микро. Микрощука. Ну, первое. Я тоже так думал сначала. Сейчас туда перейдем. Куда? Время тратить нахрен. Вот. Красотка. Куда туда? На Участок такой интересный. Оп. Оба! Блин, сход. Участок интересный. Вот этот. С берега сразу обрыв там небольшой. И травка. Сразу ударило. Сразу нападение.
Там, наверное, что-то мелкое было. Крупное бы взяла сейчас, наверное. Помните, ребят, я рассказывал про рюкзак для ходовой рыбалки. Прошел дождь, грязноват, фиг с ним. Смотрите, сейчас приколю, сколько я силикона взял с собой для рыбалки. Просто тьма. Все, что надо, короче, сюда влазит. И самое главное, ребят, он удобный. По спине ложится офигенно. У меня рост 176. Идеальный рюкзак. Он прям жесткая спинка. То есть одеваешь и удобно. Вот. Пройдя еще, наверное, метров 20, мы решаем перейти на другую сторону пруда. Поклевка, ребят, очередная на джиг. Почему-то товарищ переключился на блеснок, здесь ловил, а я решил на джиг, и поклевка сразу же на первой же проводке. Вот. То есть буду рыбачить на то, что берет. Что-то решил на джиг, и все, вот с первой поклевкой и срез хвоста. Вот тут либо окунь хороший, резина 65, напомню, работает только машинное масло сегодня. Вот здесь был срез. Сейчас даже попробую чуть попозже этот. Сейчас, если ничего такого не будет прям, то поставлю крупную резину зеленого цвета. Щука стоит далеко почему-то. Ну, либо щука, либо окунь, кто там был. Опять поклевка. Опять поклевка. Это окунь, ребят. Это окунь. Хороший японский воблер у меня тоже есть с собой, поэтому есть, есть, есть. Я ему дал доработать, да, добить, и он сел. Я ему дал доесть, и он сел. И он сел. И он сел, ребятушки. Ха-ха-ха. Ой, нормальная кушара. Но это маленький здесь считается. Ну, грамм 200, да, такой с ладошку. Он маленький считается. Поэтому что мы делаем с ним? Правильно. Любуемся и отпускаем. Как его назвать? Разбойник, проказник. Пау! Очередная поклевочка окуня была. Попробуем доловить. Причем он клюет недалеко от берега.
Есть. Прям, ребят, на этом. Нападение. Дынк. Нападение прям. Это щука. Это щучка. Ты, я знаю, ты тоже эту резину любишь. Всю уже потрепали, разорвали. Ну ладно. Ее кто только сегодня не ел. Да? Вон товарищ отдохнуть прилег. Не, на джиг рыбалка просто великолепна здесь. И дно, ребят, здесь чистое. Есть, есть, есть. Есть, есть, есть. Сидит, сидит, сидит. Сидит, сидит, сидит. Сошел. Окунь сидел. Прям дрык-дрык-дрык. Офигеть, тут рыбы. Блин. Тут на каждом забросе. Вот я щучку отпустил, и все началось. Там и щука стоит, получается. Все, все рядом, все вместе. Ну что, ребят, очередной ладошечный акушара. Фу. Вот он какой. Симпатичный местный бродяга. Ух ты! На паузе прям, ребят. Прям на паузе. Опа! Блин, его просто здесь завались, ребят. Очень много. Очень много. Делаю проводку, они цепляются. Я просто не даю доедать. А он сидит, что ли? Нет, сошел. Сошел. Пипец просто. Как назвать, окуни маньяки. Резина уже все, еле держится. Сейчас поменяю, ребят, другую поставлю. Эту в утиль. Все, резина не играет, она... Да ну нафиг. Короче, надо поменять и кое-что вам рассказать сейчас. Ребят, я хочу рассказать про свои трекинговые ботинки. Вот сегодня прям погода подходящая и... местность. Думаю, где бы протестировать, как они вообще. Это, ребят, российское производство. Называется компания Trek. Я заказывал под себя. Сейчас покажу, как я выбрал ботинки, да, то есть размер свой. Я думаю, многие знают свой размер. У меня свой размер 42. Вот, 0 и 28 сантиметров, да, то есть небольшим запасом. Сейчас покажу, как измерить полноту обуви. Полноту ноги. Самую широкую часть берем. 0,6, да? То есть 26. У меня такая рулетка, видите? После цифры 20.
6. Все, полнота обуви 26. По поводу, ребят, кожи. Кожа натуральная. Вот я и по камням ходил. Подошвы, ребят, хорошие. Здесь, ребят, гидрофобное покрытие уже изначально. То есть вода на ваших ботинках, на вашей обуви не задерживается. Все очень круто, мне нравится. Все офигенно. Полмесяца использования, то есть я и в горы ходил, там проверял где-то в лесу, и вот по скалам походил, и вот результат. Все шикарно, мне нравится. Данную обувь, ребят, можете заказать на сайте, либо в телеграм-канале у них напрямую, и обязательно указывайте размер и полноту обуви, чтобы вам не пришел ботинок узкий, либо слишком широкий. В общем, вот такую резину поставил. Рачка CF. Называется Numble. 50 миллиметров. Я думаю, окунь будет счастлив. 5 грамм головка. Посмотрим. У меня прям самому уже интересно. Открытый крючок обязательно. Оба! Есть, ребят, рачок работает. Удар был по спиннингу, что, блин, как там? Ну, не отдай спиннинг, но было круто. О, они его стащили. Так. Это хорошо. Значит, он им понравился. А то там вот по обрывистым местам гуляли, и кто-то прям вообще мелкий там ободрал одного рачка мне. Я думаю, может, он им не так нравится. А здесь вот поставил и сразу... Опа! Есть! Поклевку, я думаю, видно было. Поклевку было видно. О, ну тут уж совсем. Нет, такой же. Ладошечный. Ахаха. В шахту, ребят, в шахту. Отдай, пожалуйста, и резину, и этот. О. Ну что, продолжим. Резины у меня много такой. Кайфовать так с музыкой. Так. Ой-ой-ой. Все шикарно, все шикарно. Такую рыбалку я люблю. Окуневый беспредел, да? А ходите, ребят, прикол. На рачке щучьи зубы. Щука атаковала. Щука-то понятно, она раков любит. Я не дал заесть, он начал дергать, решил подсечь. Стянули, скорее всего. Нежная рыбалка, блин. Да, стянули. Видите? И уже грани-то. Одна поклевка, вот он его не дожал. Скот. Ну ладно, в другое место кинул. Опа, была поклевка. Есть, 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 есть. Есть хороший ладошечный красавчик. Вот это рыбалка, я, ребят, понимаю. Я приехал за 240 километров к другу.
кайфовать. Как в той песне, да? Кайфовать хочу, кайфовать. Все, отдай. И так все, замызгали. Короче, интересно очень. Пришел на точку и первый раз без поклевки проводка. Офигеть. Что это может означать? Либо щука здесь хорошая гуляет. На шудниках все. Нет, вот он сошел. Отвалился. Опа! Доел. Офигенная рыбалка, ребята. Я просто кайфую с нее. Хороший. Доел все-таки. Отдай. О, ладошечный, ребят. Едовой. Ну вот, смотрите. Проводка. Оба клешни оторвали. Вот это рыбалка, ребят. Это вообще, я не знаю, как это назвать. Разбойник. Палка 244 сантиметра. От 3 до 14 грамм. Для береговой рыбалки идеально просто. Забрасывает все шикарно. Как бы вот сегодня я прочувствовал данный спиннинг. Мелкие поклевки, удары окуней. Ну все чувствуется. Что могу сказать? Я кайфую. Почему? Еще раз объясню, почему я купил данный спиннинг. Я перечитал кучу отзывов. Думаю, что можно купить до 10 тысяч. Вот палка 6,5. По-моему, что-то там 6400 стоит. Купил, и как бы мне понравилось. Резина, ребят, сегодня работала. Сейчас я вам все покажу. CF, да, в прошлом Crazy Fish Nimble 50-й, вот он, да, рачков всех. Вот они, отгрызают. И шикарно работал. Видите, хвостики порваны, у меня все убит, вся убитая резина. Здесь я обратно кладу, то есть я нигде их не разбрасываю на берег, не выбрасываю в реку, в водоем тем более. Вот. Золотой окунь, силиконовая приманка, классик 86. Окунь любит, щука любит. Ну, что могу сказать? Идеальная приманка, и все недорого стоит. Купил и лови, не знаю, что еще сказать. Ну что, ребят, вот такая вот рыбалка сегодня получилась. Уже жарко становится. Еще немного для себя порыбачу. Можно. Вот, без камеры. Да, я думаю, достаточно для вас сегодня показал, рассказал, половил рыбу, сам кайфанул и вам все это показал. И вы вместе со мной все это прочувствовали. И спасибо вам за это. Я вас очень обожаю. Скоро, ребят, будут жирные конкурсы, где будет разыграно очень много силиконовых приманок. Всем пока!